80-е годы прошлого столетия с точки зрения эпидемической ситуации были, как считают специалисты, относительно спокойным периодом. Обязательная повсеместная вакцинация давала свои плоды. Казалось, что уже остались в прошлом многие страшные инфекции – оспа, дифтерия, коклюш, полиомиелит, корь и другие. Кроме того, был налажен санитарно-эпидемиологический контроль, который позволял быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Эпидемическая ситуация была тоже в стране и в Союзе, и в целом, и в Казахстане, она была достаточно благоприятна. Я не хочу сказать, что не было инфекционных болезней, они были. И было достаточно много и кишечные инфекции, и респираторные инфекции, и грипп, и прочие такие вещи, которые, заболевания, которые протекают как эпидемические, они были. Но все было под контролем, и, в общем, санэпидслужба свою роль выполняла. И санэпидслужба была достаточно сильная. Ее, скажем, в Казахстане главный санитарный врач был на уровне заместителя министра здравоохранения. Однако с наступлением Горбачевской перестройки и введением мер рыночной экономики работы у специалистов санитарно-эпидемиологических служб стало прибавляться. Появились первые частные кооперативы, кафе и рестораны, где санэпиднадзор осуществлять было тяжелее, чем на государственных предприятиях. Развитие науки тоже ставило новые вызовы. В 80-е годы мы все называем расцветом аллергологических исследований. Во-первых, аллергических заболеваний стало больше. В связи с тем, что экологическая ситуация ухудшалась, да, возникала урбанизация населения. И очень серьезные ученые занимались проблемами аллергических инфекции. Это такие академики, как Рэм Петров и, конечно, наш Николай Дмитриевич Беклемишев, который возглавлял наш отдел аллергологии и иммунологии, который заслуженно является ученым с мировым именем, основателем, одним из основателей, можно сказать, инфекционной аллергологии. В этот период в детских поликлиниках стали появляться врачи-аллергологи, которые все чаще давали медицинские отводы от вакцинации из-за аллергических реакций. Это привело к тому, что к началу 90-х годов практически во всех бывших советских республиках среди молодежи было много людей, не получивших прививки в детстве, что вызвало резкий рост инфекционной заболеваемости. Особенно тяжелой была ситуация по дифтерии. Если в 1992 году в Казахстане было отмечено 45 случаев, в 1993 – 82, в 1994-м 489, то в 1995-м число больных уже составляло 1105 человек. Положение усугублялось нехваткой вакцины. В советское время ее получали из России и Украины. А так как дифтерия бушевала и в этих странах, то поставки в Казахстан значительно сократились. Это вакцина, которую все знают как АКДС. Не хватало, и они перестали поставлять в Казахстан. А Казахстан эту вакцину никогда не производил. И у нас началась вспышка дифтерии. Это была середина 90-х годов. Умирали и взрослые, и дети. Больных было много. И вот приходилось тогда нам всем этим заниматься. Ситуация в какой-то момент даже стала критической. Практически одновременно с дифтерией стали возвращаться и другие инфекции. Мы получили вспышки уже практически забытой кори, мы получили вспышки уже практически забытого коклюша. Да? И это все вот привело к тому, что заболеваемость дифтерией, корью, коклюшем, она поднялась до эпидемического практически уровня, да, или иногда даже превышала эпидемический уровень, это 300 человек на 100 тысяч населения. И это пришлось прилагать достаточно большие усилия нашему государству, нашему правительству для того, чтобы ликвидировать эту страшную ситуацию, то есть ликвидировать эти заболевания. Срочно были государством закуплено необходимое количество вакцин. Проводились так называемые недели вакцинации. Непростая экономическая ситуация в первые годы независимости, закрытие предприятий, рост безработицы заставил многих наших соотечественников сменить профессию и искать новые способы заработка. Особенно популярным в те годы становится шоп-туризм. Вместе с дешевым ширпотребом в страну хлынули и опасные инфекции. и начали выезжать в те страны, где неблагополучные по холере на тот период. И в 1993 году начался завоз в Казахстан холеры, массовый причем завоз, это самолетами, автотранспортом, на юге Казахстана, через Узбекистан, через Таджикистан. А авиатранспортом завозились это Сирии, Турции, Китая и, конечно, Индия, Пакистан. К тому времени случаи холеры в Казахстане не регистрировались уже почти 20 лет. Но в 1993 году только за 10 дней в страну въехало 65 уже больных граждан, совершавших коммерческие туры в азиатские страны. Чтобы не допустить распространения опасного заболевания, в международных аэропортах были организованы санитарно-контрольные пункты. К работе были подключены санэпидслужбы, противочумные учреждения, специальные лаборатории. Подобные же меры были приняты на железнодорожных вокзалах, автотрассах, в морских и речных портах. В 1993 году именно заболели, которые официально зарегистрированы, это 102 человека, а в 1997 году это были 167 человек. Это все только официальные. Вспышка холеры 1997 года началась на юге республики, куда ее завезли трудовые мигранты из сопредельного государства. 1997 год – это строители из Таджикистана, которые работали в Южном Казахстане. Их депортировали, через 2 дня их депортировали. Среди них, в первую очередь, первые случаи были среди них, вот этих рабочих из Таджикистана, а потом уже пошло, когда уже их уже вывезли, началось распространение внутри населения уже Южного Казахстана. Помимо этого, случаи холеры в тот год были зарегистрированы в городе Алматы, а также в Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях. Через Казахстан инфекция попала и в Россию. Лечить холеру стало сложнее. Ранее для этого применяли левомитицин и тетрациклин. В 90-е же оказалось, что штамм стал устойчивым к этим антибиотикам. Таков был результат их широкого использования во время вспышек в 70-е годы. Казахстанским эпидемиологам пришлось искать новые подходы и к лечению, и к профилактике заболевания. Высокую эффективность показали антибактериальные препараты. Да, ряда фторхинолонов, очень чувствительные были холерные вибрионы, начали лечить, и, конечно, был результат очень хороший. Но распространение было, конечно, среди населения. Это 93 год, 94, 95 год ввели. Алим Мазгутович Айкимбаев, будучи замдиректором здесь центра, он предложил ввести Интетрикс тем, кто выезжает. Это антибактериальный препарат тем, которые выезжают за рубеж, неблагополучные страны. Это уже показал свой результат, и меньше стали завозить в Казахстан. Тем не менее, в республике по-прежнему оставалась непростой ситуация по чуме, конго-крымской геморрагической лихорадке, клещевому энцефалиту, туляремии, бруцеллезу, сибирской язве и другим опасным инфекциям. В это же время в Казахстане набирает силу новая, ранее неизвестная, а потому пугающая болезнь. Начиная с 80-х годов мы познакомились с еще одной очень опасной инфекцией. Это ВИЧ, да, вирус иммунодефицита человека, или СПИД, как мы говорим. А на тот период ВИЧ была стопроцентно летальная инфекция, от которой мы пока тогда защитить человека не могли. В стране активно принимаются предупредительные меры. Ведется разъяснительная работа с так называемыми целевыми группами. Еще в 1990 году в республике в Алматы был открыт Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Содействие медикам оказывают и органы внутренних дел. Но это было только начало трудного, порой драматичного пути.